когда мы видим изображения коз, которые застыли в невероятных позах на огромных высотах в горах, у нас возникает вопрос, а как это возможно с точки зрения физики? С точки зрения физики это как раз-таки возможно. Гораздо интереснее, как это возможно с точки зрения анатомии, ведь козы – копытные животные. Раз копытные, значит, нет гибких пальцев, чтобы схватиться и удержаться на скале. Не совсем так. Можно удержаться и копытом. Посмотрите, оно раздвоенное, два изящных пальчика. По периметру копыта очень прочное, а снизу – мягкая подушечка. Когда наступаешь на камень и цепляешься за выступ скалы, эта подушечка проминается, и получается, что копытом можно удержаться.